Сосиска, пропустим. Короче, он мне подарил на день рождения. Все, подарил мне на день рождения. Полет. В мае, да, на секундочку. Полет на самолете. На самолете Cessna. Да. Я запомнил, наконец-то, как не на. Да, мы едем с Никитосом. Полетать ему, едем вместе, а летать ему, ну не суть. Да, потому что это мой подарок. Потому что это твой подарок. Когда вот кто-нибудь подарит тебе какой-нибудь друг на день рождения, полет свой, тогда будешь ехать и вот, собственно, да, летать. Да, сейчас бы на аэродром в 7 утра ехать, летать. В субботу. Чтоб тот другой полетал. Вот, еще сегодня, ну тоже есть планы, все равно в Москве, опять зубы делать, Кате и Титову ехать. В общем, суббота начинается вновь с каких-то движух, и это прикольно, то есть они не останавливаются. И вот еще что хотел сказать. Мне очень понравился вчерашний концерт. Я вот за долгое время знакомства с Вовой, почему-то только вчера первый раз был на его концерте. Это тот случай, когда ты думаешь, смотришь на эти картинки Эйфелевой башни или еще чего-то, там какие-то достопримечательности, и думаешь, ну все, что там смотреть? Нет, это вот главное увидеть своими глазами, прочувствовать. Великолепнейшая работа, симфонический оркестр, классный звук, артистичность, артист на сцене, понимаете? Классные текста и, в принципе, воодушевляет все это, понимаете? Я очень рекомендую всем, кто не был на концертах Вовы, воспользоваться таким прекрасным моментом. Никита тоже обязательно. Говорил. Только в следующий раз я тоже пойду. Да, поэтому приходите, вам понравится. Мне очень понравилось, я приду еще раз обязательно. Особенно респект за оркестр и за звук, в общем,